Итак, всем привет из Турции. Мы находимся в Сиде. Сейчас мы вышли на прогулку исследовать ближайшие окрестности, выяснить, где находится автобусная станция, чтобы завтра мы могли поехать в Аланию. Также сейчас здесь введен комендантский час. С 9 вечера до 5 утра нельзя выходить из отеля. Вот. Но можно свободно ходить на пляж возле отеля, правильно? Да. Вот. И также нельзя по субботам и воскресеньям, вообще ничего не работает, и тоже нельзя выходить из отеля. Во все остальные дни все в порядке. Сейчас Денис расскажет нам о погоде в Сиде. Ну что, у нас утром была погода, было пасмурное, было 19 градусов. Сейчас у нас где-то 22. Вот, ну, влажно так. Ну, чувствуется прохладно, но вполне комфортно. В кофте, там, в штанах нормально ходить. Немножко сыровато так. Сыровато, да, сырость такая чувствуется. Но 22 градуса, солнышко. Прям такой декабрь, это как у нас август. Да, конец августа у нас такой теплый и приятный. Мы находимся на небольшой возвышенности, отсюда открываются очень красивые виды на курортный поселок Сиде. Это же поселок, я верно говорю? Угу. Сейчас мы... О, вот отсюда видно море, если ты выше поднимешь, можно увидеть море. По всей видимости, оно сегодня спокойное. Вообще очень тихо, на самом деле людей мало. Хотя мы сейчас вот 5 часов вечера, и ограничений еще никаких нет по передвижению. Довольно-таки спокойно, людей немного. Ну, туристов тоже мало в отеле. Такой полупустой, можно сказать, отель у нас сейчас. Снимаю море. О, почти дошли. Да, мы наконец-то дошли к морю. В конце этого дня. День был сложный. Дорога длинная. Из Самары в Москву, из Москвы в Турцию. Особенно, когда ранние перелеты. Это очень непросто. Hello. И сейчас мы снимем морюшко. Даже можем закат сегодня проводить. Сансет. Точно.